Сириус ли святой ключ? Ауреус Сел. Консамбл. Восстанавливает 200 маны, дает ману регенерейшн и мэджик пауэр на 6 минут. Материал. Стардаст и звезды. Бомбер какой-то. Призывает бомберов Ауреуса, чтобы сражались они за вас. Бомберы взрываются при импакте. Не забирают слотов миньона. То есть это типа такие щелы, которые одноразовые по сути. Они влетают и взрываются. Говно. Starlight Fuel Cell навсегда делает адреналин мод. Ну, заставляет адреналин мод заряжаться на 10 секунд меньше. Найс. Wild Gravistar Sabaton. Так, аксессуар некий. Удерживайте кнопку вниз, чтобы увеличить вашу скорость падения на 5 секунд. Имеется 8-секундный кулдаун. Удар о землю с увеличенной скоростью вызывает астральный взрыв. Ну-ка, давайте тестанем ради интереса. Прикольно. Так, ну мы, наверное, сделаем вот эту тему. Что нам нужно? 5 лайффрутов, 10 ливинг шардов и 20 стардастов. Надо это сделать, чтобы у нас хп побольше было. Уху, оружие на рогу, чуваки. И, ой, и селс еще. Балдежич, и зерк пушен, и зен пушен, и фаллен стар, и деньги. Так я этот сундук еще и возьму. Красиво жить не запретишь. Так, кидает стардиск вверх, который потом запускает себя вперед к вашему курсору. Взрывается в несколько астральных болтов. Если, ну, закинутая вот эта штука двигается вертикально. Чё вообще нахрен? Погоди, надо просто посмотреть, как это работает. То есть я запускаю эту тему. Он метает ее сначала вертикально, а потом к курсору. Так, и чё? Не понимаю, если честно, в чем смысл этой штуки. Так, что дальше, чуваки? Что дальше? А, ну пойдем, наверное, плантеру убьем все же. Убьем плантеру. Ливинг шарды, чтобы достать из нее. Но пушка посильнее будет. Она какой-то дебаф накладывает, во-первых. Во-вторых, в целом вот против плантеры прям хорошо заходит. Смотрите на этот урон. Надо бы, походу, защарить ее. Зубы посос? Да не, нормальные зубы, но они типа материалом являются, так что они нам в любом случае нужны. Ну да, по сути, один лайффрут, Plenty Mash и Living Shard. Давайте пособираем. А там уж если, ну, не будет совсем лайффрутов, закрафтим. Часов сколько в террарии наиграно? 600 с чем-то? 650.
Ну блин, тут лайффрутов довольно много, кстати. Наросло. Зачем мне лайффруты? Они нужны для того, чтобы сделать улучшенные штучки для повышения максимального хп. По 25 хп. Ну, сейчас мы можем плюс еще 25 хп себе сделать. Так. Надо бы куда-то сложить сердце. Лайффруты. Miracle Fruit. Вкусничка. Ей, зелененькие хпшки. Так. Пришла очередь, наверное, голема все-таки. Я так полагаю. Пришла очередь голема. Потом будет за ним марсианское нашествие. Плейгбрингер Голиаф. Бетси. Может такое произойти, что и Плантера придет. Так, ну первая фаза отлетает просто легонечко. Как же много он бьет. Можно его прямо зарашить, чуваки, этой штуковиной. Посмотрите, как много урона ему улетает во второй фазе, вот в этой. Сейчас с бафами попробуем прям зафейсролить его. Я просто не знаю, как от этого нормально уклоняться, когда, типа, летает и голова, и настреливает. И сверху, типа, и снизу туловище тоже настреливает. Просто кошмар какой-то. Но под бафами мы должны, наверное, справиться. Смотрите, сколько дэмэджа вылетает в голема, чуваки. Как же его просто насилуют. Нет! Давай добейся! Клеммы, клеммы, клеммы! Найс! Не знаю, клеммы его добили или не клеммы. Клеммы, наверное, после моей смерти. Но, короче, он сдох. Он сдох, видимо, от дебафа. Я на него тоже горение наложил. Блин, пиксо выпало с первой попытки. Кайф. А, вот он. Ну и вообще, можно сразу тогда забрать вот эту тему. Лизард Алтар. Прощай, Пикаксакс. Мы нашли тебе замену. Больше ты не нужен. Так, лор голема, чуваки, что дает? Держите в инвентаре, чтобы получить увеличенную защиту, когда стоите на месте. Нормально, опять без минусов. Хорошие лоры, чуваки. Добротные лоры. Так, что с голема вообще падает? Помимо вот этого кала, что выпал мне. Топорик мили, но он является материалом. Aegis Blade. Legendary Drop. Обалдеть. Удар по цели этим мечом вызывает какое-то земляное...
Земляную жопу какую-то вызывает. Рапшн. Разрыв или что это такое? Так, ну это все стандартное. Но вот топорик и санстоун, кстати, нужно еще выбить. Санстоун тоже было бы неплохо. Так. Дальше. Ну, пошли сначала Эбис. Надо закрафтить для Эбиса сначала штуковину. Abyssal Diving Gear. Бам. Так, хватит, наверное, пока что. Chaotic бары. Ну, по 5 требуется. Поэтому 88 мы получаем в итоге. Так, начнем, наверное, с нового сета тогда. Не так ли? Крылья здесь еще одни новые. 7.75, полтора, Average Vertical Speed. Так, смотрите, здесь, во-первых, еще Flame Size, коса такая крафтится за 9 просто. Ну и молот, конечно. Ну, крафтим молот и косу сперва тогда. Крафтим молот и косу. Ashes of Calamity, Core of Chaos. Так, найс, конечно, зачарилась она. Core of Chaos. Fallen Paladin Hammer. Бам. Так, начнем тест с косы. Это просто быстрая коса. Не проходит сквозь стены, но летит крайне-крайне быстро. Кидает косу, которая взрывается при ударе. Так, во что она крафтится? Она крафтится в Elemental Disc. Mangrove Chakram, Terra Disc, Flame Size. Все у нас, по сути, есть из оружий. Галактика Сингулярити, Bar of Life, Illuminate Bar. Такие дела. Ну и взять я вряд ли эту косу буду. Я думаю, что эта штука пожестче. Пока что сложим ее. И молоточек, который мы все ждали. Также взрывается при попадании в цель. Является материалом. Блин, какой у него маленький рейндж. Ох-ох-ох. Он проходит сквозь стены, но рейндж у него такой маленький. Еще меньше, чем у прошлого. Новая бронечка, дамы и господа. Так, туловище. Ножки. Мили, миньон, рога. Свечки кладем сюда. Итого, сейчас у нас 95 защиты. 303 дэмэджа. Бам-бам-бам. 105 защиты. 303 дэмэджа. Ну ладно. Временная неуязвимость к лаве и иммунитет к огненному урону. Сет бонус. На 5% увеличен роговский дэмэдж. Инферно эффект, когда ниже 50% хп. Инферно эффект. Что значит инферно эффект? Вокруг нас вот эта вот круглая штука будет вращаться, дамажить противников. Роговское оружие имеет 10% шанс выпустить волну какого-то хаотического пламени.
вокруг игрока, которая догоняет противников. When used что? When used. У вас есть 20% шанс зажечь, ну, проявить взрыв какой-то. Взорваться, короче, когда вы получаете удар. У нас взорваться, да? Я так понимаю, что это нас не дамажит, просто, типа, окружающих бьет. Ну и дальше, собственно, стелс. Стелс. Значит, меня Джоли заджебейтил. Так, собственно, что мы делаем дальше, друзья? Чекаем список боссов, наверное. Марсианское нашествие будем проходить. А затем Плейкбрингер Голиаф. Это не сканеры, если что. Это Васяна. О! Hello. Нет, Клем, не кушай! Все, найс. Бля, минус жители. Тарелка сразу прилетела. Двадцать тысяч хп. Hello? Можно мою жопу не трахать? Челы! Ясно. В целом. Из рейнджа короткого мы, скорее всего, не будем его использовать на боссах. Только если боссы будут вплотную подходить. В смысле, абузер? Это вообще-то не абуз, если что. Диск был бы лучше, если бы его можно запускать было сколько угодно раз. О, тарелка выпала, да? Прикольно. А что нам еще нужно с тарелки, чуваки, выбить? Кто в курсе? Или нам больше-то ничего особо... Давайте вообще чекнем. Марсиан Соусер. Где это чекается вообще? Ксеностав. Так, Magic Range Damage. Ну, походу, для нас больше особо ничего нет. Только лазер дрил, если выбить еще. Все остальное на магов, призывателей и рейнджевиков. Да. А, во, мы уже выбили шоковую гранату. Погоди, че? А, так они такие консамбловские. Так, все мы выбили, что хотели. По сути, да, кроме дрели. Но, опять же, дрель нам не особо нужна прям сильно. Что, получается, следующий босс Плейкбрингер Голиаф, чуваки. Ну вот говнище, зачем так делают? Зачем? После ласт босса нет никакого желания крафтить вещи, потому что в чем смысл?
Должен быть какой-то убер-босс. Просто убер-ласт-босс, из которого просто дропается вещь кок. Ты ее юзаешь и все. Игра завершается. Нажимается как бы сразу Alt-F4. Все, конец игры. Вот это будет круто. Есть смысл крафтить нахрен все пушки крутые для этого босса. Битва с ним супер потная должна быть. Ты используешь все силы, потом юзаешь кок и Alt-F4, игра пройдена. Вот это идеальное завершение любого мода. Нет, нахрен нужно крафтить после последнего босса какие-то великолепные пушки, которые ни для чего уже не нужны. Так, Epidemic Shredder. Есть босс раш. Ну, босс раш это такое, убивать всех тех боссов. Какой в этом смысл? Просто убивать их без ошибок. Так, кидает зараженный чумой бумеранг, который выпускает, опять же, чумных сикеров. Когда бьет блоки или противников. Блин, очень маленький рейндж. Ну, вардинг сразу сделался. Нормально, одобряю. А во что улучшается? Plague Hive. Toxic Heart. Но это, видимо, как раз с Plaguebringer Голиафой дропается. Стингеры и обсидиан. Четыре призывалочки пока что. Ну погнали, с ножичками попробуем. Пока без бафов. 123 тысячи хп. Пчела большого размера. А, блин, раскидывать бомбы. Кинжал неплохо не работает, наводится, все балдеж. Обалдеть, музыка. Блин, я прям попался под ее атаку, увы. Жесть, музон качает. Так, бафаемся. Ням. Ням. Поехали. Пчелонады.
Главное вот не попадаться под ее атаку таким образом. Иначе будет худшая концовка. Музон четкий просто. Балдеж прям. Слушайте, ну по итогу довольно легкий босс, если это все. Это все. Довольно легкий босс. Музон. Респект за музон. Погнали сразу второго. Лорд только заберем. Что лорд дает? Держите в инвентаре, чтобы получить в личное время полета, но ценой пониженного лайф-регена. Не, Ванус. Ванус, Ванус. Что-то она меня покарала, чуваки. Я словил кучу раз. Кучу раз словил чертовые удары от бомбардировки. New record! Так, ну поехали. Поехали вскрывать паки. Малахит не дропнулся. О, зато выпало оружие на рогу. Шприц. Прикольно. Angry Toxic Heart. Так, призывает дамажащую чумную ауру вокруг игрока, чтобы уничтожить ближайших противников. Так, ну шприц надо прочекать, я считаю. The Syringe. Ух ты, две платиновые монеты. Так, кидает супербыстрые шипы, шприцы точнее, которые увеличивают дэмэдж во время полета. Shatters into glass. Распадаются на стекло и чуму при влете в противника. При импакте, короче. Стелс-страйки призывают чумных пчел. Блин, жестко, наркотики какие-то. Отвратительно. Dance Game, но прикольно.